Итак, всем привет, с вами я, Павел Первый, и мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reign of Chaos. Перед нами самая, наверное, сложная глава Reign of Chaos, очень жопошная, бесящая и долгая, и при том еще скучная абсолютно. Вот, ненавижу эту главу, если честно, и я уже, наверное, пятый раз пытаюсь пройти, у меня ничего не выходит. Блин, было бы тут минут на 5 меньше хотя бы, я бы уж продержался. Но вычет не везет. Вот. Я пробовал различные тактики, и у меня ничего не выходило. Ну, давайте еще раз попробую я. Может, что-то выйдет. В общем, смотрим ролик, а там уже все сами увидите. Блин, я уже наизусть этот ролик запомнил. Сколько его смотреть можно, автосохранение сделать, забыл я совсем. Точнее, сейв. Нафиг автосейв. Простите, что опоздал. Как мы и боялись, Архимон со своим войском уже идет к вершине. Они вот-вот будут здесь. 10 000 лет назад мы, ночные эльфы, одержали победу над пылающим легионом. Хотя во всем мире царил хаос, нашим уделом была мирная жизнь. С начала времен мы были связаны магическими узами с мировым древом. Оно питало нас своей энергией, отводило от нас смерть и давало нам власть над природой. Теперь пришла пора вернуть этот долг. Так значит, мы будем стареть так же, как эти смертные. Лишимся власти над природой. Если подумать, мы живем уже слишком долго. Черент, я займусь укреплениями на вершине горы. Что бы ни случилось, помни, наша любовь вечна. Внимайте, ночные эльфы! Настал час расплаты. За что? Если вы прикроете наши тылы, мы с Тралом задержим Архимона. Да вы сдохнете же от его одного удара. Похоже, я недооценивала вас, чужеземцы. Да хранит вас Элуна. А теперь к оружию, братья мои. К оружию, так, храбрые риска. Орки и люди. Строим. Сумерки сгущаются, и враг. Древо жизни нас. Тут. Блин. Надо плести эти рудники как можно быстрее. Первые волны мы еще даже героями сможем держать. А потом уже начнется вся дребедень, вся жопа. Поэтому сейчас прям сохранюсь. Так. Здесь нам надо побыстрее будет войсками заняться. Для начала я не буду их посылать сюда. Внимаю словам и лун. Они, в принципе, не нужны, мы одними героями первые 3-4 волны справимся. Ну а дальше, конечно, уже все не так, как хотелось бы будет. Жрица Тирент, мертвецы начали отстраивать новый лагерь. Вскоре они нападут на наших союзников. Ну, какое информативное сообщение. Богиня зовет. Я не знал. Я... Кто посягнул на природу? Часть этой земли. Исследование завершено. Когда исследование завершено. Ну, этими друзьями мы воспользуемся чуть попозже, конечно. Они сейчас нам даже не пригодятся. На город у наших нас союзников мало напали. Армия тьмы наступает. Высылайте подкрепление. Достаточно золота. Богиня за... Подкрепление прибыло. Асрава Амн. Перенесу-ка я это дерево сюда, по-любому
настраивать буду. Готово. Исследование завершено. Готово. Исследование завершено. Кто посягнул на природу? На город наших союзников напали враги. 4. Срава Ам. Ай, блин. Без промедления. Во имя Луны. Анудоа. Внимаю словам Луны. Без промедления. Во имя Кинаю. Готово. Исследование завершено. Так, еще один. На город на здесь еще два. Так, все исследовал. Так, давай вали туда. И, блин, это тоже стоит тут. Вперед, вперед. Готово. Так. Кто посягнул на природу? Блин, похуй, что не видно, куда они высаживаются. Что с его скоростью анимации? Терминатор. Это колдовство. Его надо убить. Город наших союзников напали враги. Жалкие твари! Наступаем! Исследование завершено. Да будет так. Что-то не так. Ханна Дуа. Будет сделано. На город наших союзников напали враги. Без промедления. Ханна Дуа. Осторожно, Анадор. Жалкие твари! Кто посягнул на природу? Наступаем! Жду приказа. На город наших союзников напали враги. Так, вот так вот идем. Да блин, издевается что ли? На город наших союзников наши напали враги. В бой. Исследование завершено. Внимаю словам Луны. Сон притупил мои чувства. Да будет. Не успел. Древо не может расти. Ханудоа. Исследование завершено. Кто посягнул на природу? Что-то не так. Внимаю словам Луны. Без промедления. Заклимдор. Я часть этой земли. Асрава Ам. Готов. Ханудоа. Так, всех вроде спасли, и вот здесь где-то еще. Что надо? Сто надо. Да не сто. Не буди его мне. Что-то не так. Ах, Фарион. Ужасно. За что ты так меня разочаровал? Готово. Конечно. Меня. Сон притупил мои чувства. Готово. Что-то не так. Исследование завершено. Так, так вот сделаем, пожалуй. У нас мало времени. Асревер Амон. На город не наших союзников его напали мне враги. Зверя. Богиня, наставь меня в пути. Внимаю словам Луны.
Богиня зовет. Я прилетел. Жду приказа. На крыльях ветра. Богиня, не ставь меня в пути. Внимаю словам Луны. Сон притупил мои чувства. У нас мало времени. Наших союзников напали враги. Богиня, не ставь меня в пути. Ас Ревер Амон. Внимаю словам Илуны. Так, отлично. Богиня зовет. Эту волну сдержали. Так, здесь сейчас будет много воздуха. Я поклялась отомстить. Так, я, пожалуй, уведу свои войска пока отсюда. Я жду в небесах. Богиня. Мне пока не живыми нужны. Так, и где эти наши дружки? Хорошо. На город вот. Исследование завершено. Сигнал на природу. Так, надо их... Укажи путь. Рассказывай. Всех одно место заманить. Богиня зовет. Блин, они это имеют. Я часть этой земли. Я жду приказа. На город наших союзников. Богиня, напали враги. Наставь меня в пути. Превосходно. Да. Покойся с миром, Шандрис. Наши воины на город вступили в бой. Союзников напали враги. Исследование завершено. Что так? Кто посягнул на природу? Во имя Кинариуса! Я прилетел на наши крыльях воины ветра! Слушаю. Так, здесь еще улучшается. А что так? Вот так. Биорн что там сделает? Минут 10 мы уже продержались, и хорошо все это. Кто посягнул на природу? Укажи путь. Ас Ревер Амон. Проси, о чем хочешь. Богиня зовет. На что грозит этим землям? Кто посягнул на природу? Наши воины вступили в бой. Ай, блин, Анатерон. Надо было прервать вначале его каз. Чья из-за того, что тут куча големов у нас, блин, разнесет в щепки. Капец, что же тут творится-то? Мне каст прервали. Так. Так. Здесь нанимается. Кто посягнул на природу? Все-таки надо было по третьему древу построить тут. Богиня, наставь меня в пути. Ах, Каривер, люблю. С радостью. О чем шумят деревья? Что произошло? Я вся внимание. Кто посягнул на природу? На крыльях ветра. Ас Ревер Амон. Пора просыпаться. Наши воины внимают словам Илуны. Ой, блин, а что он там делает? Кто посягнул на природу? Счастье. Внимаю словам Илуны. Меня. Блин, вселяются они. Все это жопа полная. Исследование завершено. Кто посягнул на природу? Что ты от него захотел хоть? Захотела, точнее. Богиня зовет. Да будет так. Богиня, надо начинать. Сейчас.
внимаю словам Луна. Так, я сохранюсь, пожалуй, тут. Что-то не так. Что грозит этим землям? Пора просыпаться. Я готов. Исследование началось. Не буди его мне, зверя. На город наших союзников кто посягнул на природу? Богиня зовет. Будет сделано. Внимаю словам Илуны. Блин, привет. Что тут творится, черт возьми? Медведи сколько потеряли. Сон притупил мои чувства. Так, но ультовать рано. Надо на следующую волну ульту сохранить. В противном случае мы встрянем. Нигде этот старейшина Бьорн сдох неужто? Ты ж пиздец, если сдох. Что грозит этим землям? Богиня зовет. У нас мало наши времени. Наши воины вступили в бой. На город наших союзников напали. Посягнул на природу. Внимаю словам Луны. Зачем так быстро чинить? Все равно ты быстрее не починишь. Посягнул на природу. Пора. Такова воля богини. За Калимдор. Во имя Луны. Анудора. Без промедления. Внимаю словам Луны. Что-то не так. Богиня зовет. Да будет так. Богиня, наставь меня. Так, ну вся проблема это Анатерон. На город наших союзников напали враги. Ну хорошо, что действует на големов этот звездопад. Видимо, он дофига големов вызвал? Не вызвал, офигеть. А чё так слабо, Анатерон? Ты же вроде вызывать должен. Или это уже вызвал? Если так, то это слабо достаточно, я бы сказал. Кто посягнул на природу? Да. На город наших союзников. Мы выжили. Исследование завершено. Богиня, наставь меня в путь. Поторопись. Такова воля богини. Эндуле. В чем шумят тебе? Исследование. Кто посягнул на природу? Недостаточно мало. На крыльях ветра. Пора просыпаться. У нас мало времени. Меня будет. Внимаю словам Луны. Асревер Амон. О боже, разъяренная толпа. И чё? Они идут, блин. Еще 5 минут продержаться хоть бы. На город наших союзников напали враги. Внимаю словам Илуны. Кто посягнул на природу? Пора. За Калимдор. Что-то не так. Что грозит этим землям? Во имя Кинариус. Погиб герой наших союзников. У нас мало времени. На город наших союзников напали враги. Богиня, наставь. Богиня зовет. Во имя Луны. Блин, разговор недавно был. Опять приперся. Анудора.
кто посягнул на природу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да будет так. Погиб наш герой. Это ж пиздец полный. Во имя лун союзников напали враги. Такова воля войны. Меня будет. Во имя луны. Да будет так. Я вся внимание. Бля. Все встряли. Надеюсь, этого времени вполне хватит. Мне нравится, а то уже задолбался постоянно загружаться. Если бы все твои сородичи были похожи на тебя, мне было бы гораздо приятнее истреблять вашу презренную расу. Вы, демоны, только трепаться умеете. Свирепый, покажи свою силу. Или ты способен только прятаться за спинами смерти? А ты только прятаться за спинами демонов? Похоже, что так. Жрица, мертвецы построили еще один лагерь. Они готовят свежие силы для наступления. Капец, быстрее отсюда съебывайтесь, а. Так, кнопка R. Так, вообще даже вот здесь, наверное. Р. 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 Короче, пускай доберутся туда вообще живыми. Там определим. Исследование завершено. Богиня зовет. Упс, один тролль остался. Кто посягнул на природу? А что ты тут потерял, малыш? На город наших союзников напал. Богиня зовет. Ай, блин. Они уже прут. Нас атакуют! Высылайте подкрепление! Я прилетел на крыльях ветра. Пора. У нас мало времени. Богиня, наставь меня в пути. Богиня, наставь меня в пути. Асревер Ам. Кто посягнул на природу? Я здесь. Богиня зовет. Наставь меня в пути. Во имя Кинариус! Богиня. Тролли тоже поучаствуют в захвате. Видишь, мой попор? Не буди во мне зверя.
Поторопись. Проси, о чем хочешь. Бедный раб застрял. Внимаю словам Луны. Счастье этой земли. За Калимдор. Товарищи-рищи. Так. Без промедления. Как я люблю Эндулеаду. Внимаю словам Илуны. Ищи! Он сейчас сюда припрется. Твою мать, я уже не успел. Да будет так. Такова воля богини. Я просто хотел его коцнуть. Но видно, не получится это нифига. Да будет так. Наш без промедления или в бой. Во имя Луны. Без промедления. За Калимдор. Эндулеон. Во имя Кинари. Да будет так. За Калимдор. Стражи, бою. Что-то не так. Кто посягнул на природу? Эй, блин, толпа! Стоять, я сказал. Привет. Внимаю словам и лун. Что случилось в нашем произошло? Асрава Ам. Эндулеон. Внимаю словам и луны. Цифримдор. Что случилось в наших лесах? Славу леса! Кто посягнул на природу? Наши воины вступили в бой. Без промедления. Сон притупил мои чувства. Я прилетел. Богиня зовет. На крыльях ветра. Кто посягнул на природу? Что грозит этим землям? Наши воины вступили в бой. Асревер Амн. Внимаю словам Илуны. Будет сделано. О чем шумят двери? Не оставлять следов. Что произошло? Кто посягнул на природу? Я часть этой земли. Осторожно, надо. А, что тут творится? Кто посягнул на природу? Да будет так. Что грозит этим землям? Внимаю словам Илуны. Хоть бы они на этот бета-мини подорвались. Отлично. За Калимдор. Я счастье у нас мало времени. Внимаю словам Илуны. Меня будить. Кто посягнул на природу? Без промедления. Что грозит этим землям? Блин, я не на это рассчитывал. Наши воины вступили в бой. На город наших союзников напали враги. Я поклялась отомстить. На город наших союзников напали враги. Сон притупил мои чувства. Как я люблю! Будет сделано! В чем шумят деревья? Привет! Охота начинается! Уже лечу. На город наших союзников напали враги. Покойся, я. Богиня, часть этой земли. Недостаточно золота. Что грозит этим землям? На город наших союзников напали враги. Наши воины вступили в бой. Что-то не так.
Блин, здесь срочно Тирент нужна. Сон притупил мои чувства. Не буди его мне, зверя. Наши воины вступили в бой. Внимание словам и луны. Я часть этой силы. Ведай на его, как я. Кто посягнул на природу? Да будет так. Как я люблю природу. Привет. Внимаю словам и луны. Я прилетел. Сон притупил мои чувства. Я готов. Богиня зовет. Что случилось в наших лесах? Рассказывай. Сейчас. Ах, как я люблю природу. Когда начинать? Конечно. Как я люблю. У нас природу. Мало времени. Внимаю словам и луны. Что-то не так. Астеро Данадор. Богиня зовет. Ах, во имя как луны. Я люблю природу. Я... Так, сначала, и вот теперь вот так. Привет. Астрова Амрис. Богиня зовет. Такова воля богини. Подорвитесь вы, блин. Во имя Кинариуса. Некроманты. Да будет так. Поздно. Сон притупил мои чувства. Поздно подорвались. Я готов. Наши воины вступили в бой. Так, совсем я что-то охотниц не нанимаю. Внимаю словам и луны. Сейчас. Уже в пути. Сейчас. Это вся волна? Ну, конечно, еще тут ледяные змеи, правда. Но не такая большая. Вроде богиня бы. Зовет. Богиня, привет. Оставь меня в пути. Богиня, наставь меня, поклялась отомстить. Что грозит этим землям? Астрова Ам. Рассказывай. Богиня зовет. Ой, блин, Анетерон. Сон притупил. Вечно это сволочь все портит. Внимаю словам и луны. Того короля мертвых и... Этого Асгаору еще выжить можно, но вот он, блин, если появляется, то всю жопа. Богиня зовет. Такова воля богини. Во имя луны. Так, есть. Есть шанс, то, что мы еще выживем тут. Потому что за орков меньше, чем 15. Меньше, чем 20 минут я еще. Богиня зовет. Не держался. Меньше 20 было. Правильно. Так. Давай ты, больной, иди сюда. Сейчас. Внимаю словам и луны. Богиня зовет. А, вот чё так лагает. Я готов.
У нас мало времени. Ай, нафиг я это сидел, ладно. Сон притупил мои чувства. Наши воины вступили в бой. Кто посигнал на героя? Что грозит этим землям? Заклинго! Да будет так. О чем же на тебе? Внимаю волю богини. Асрева Ам. Что-то не так. Укажи путь во имя Ворона. На город наших союзников напали враги. Кто посягнул на природу? Что грозит этим землям? Наши воины вступили в бой. Богиня зовет. Эндуля. Во имя Луны. На город без промедления напали враги. Да будет так. Блин, маны нет совсем. Без промедления. Я прилетел на крыльях ветра. Такова воля богини. Придется да воздействовать ручным путем. Когда начинать? Ах, как я люблю природу. Кто посягнул на природу? Выбирай. Внимаю словам Илуны. У нас мало времени. Конечно. Так, надо здесь построить на всякий случай здание. Все еще одного нему. Наши воины, что случилось в наших лесах? Как я люблю. Кто посягнул на природу? Да. И опять этот Нетерон. Так. Внимаю словам Илуны. Я готов. Наши воины вступили в бой. На город наших союзников напали враги. Всех медведей грохнули, офигеть. Внимаю словам Илуны. Богиня зовет. Сон притупил мои чувства. Что случилось? Рассказывай. Что-то не очнись, так. Идиот. Кто на природу? Порядок. Такова воля богини. Отца. Заклимдо. Асревер Аун. Да будет так. Так, опять демоны. Да будет так. Так, наверняка будет среди них Асгаор. Меня богиня зовет. Будить. Такова воля богини. Кто посягнул 10 минут, еще 5 минут продержаться. Богиня зовет. Чем могу помочь? Внимаю слова. Блин, нафиг мне это зелье. Выбирай сумму. Готов. Чем могу помочь? Асревер Ам. Так, отлично, они подорвались на этих минах. Так, где эти? Что грозит этим землям? Внимаю словам Илуны. Твою мать, сколько ж там? Богиня зовет. Когда начинать? Кто посягнул на природу? Что случилось? Сон притупил мои чувства. Проси, о чем я готов? Асревер Ам. Он же на отделении. Кто посягнул на природу? Нет, блин, все-таки король мертв. Кто посягнул на природу? Подорвитесь, блин, на этих гребаных минах. Я вас прошу, избавьте меня от этих страданий. Посягнул на природу. Что грозит этим землям? Внимаю словам Илуны. Асревер Ам. Я часть этой земли. Кто посягнул на природу? Отца. Внимаю словам Илуны. На город наших союзников напали враги. С
за Калимдор. Мастеру Данадорс. Кто посягнул на природу? Во имя Луны. Священная роща. Богиня зовет. За Калимдор. Будет сделано. На город наших союзников напали враги. Да уж. Еще бы 5 минут. Надеюсь, проживу. Орки, вы оказались жалкими слабаками. Непонятно, почему Монорог так долго с вами возился. Мы сильнее, чем ты можешь себе представить, демон. Если нам уготована смерть, пусть так. По крайней мере, теперь мы свободны. А этот ничтожный щенок сумел укусить меня. Неужели больше некому сразиться с легионом? Слишком просто. Если бы я знал, что смертные настолько слабы, я бы покорил этот мир еще много веков назад. Ну а какого фига ты его не покорил? Умник. На город наших союзников напали враги. А, нет. Асрава Ам. Без промедления. Жрица, мертвецы построили последний лагерь. Их армия растет с каждой минутой. Что грозит этим землям? Зеленые союзники напали враги. Золотой рудник скоро иссякнет. Давай, Архимонд, убей же меня. Ты ж так хочешь этого. Внимаю словам Илуны. На город наших союзников напали враги. Богиня зовет. Пора просыпаться. Богиня, настать. Не буди его мне, зверя. Готово. Выберите другое место. Выберите другое место. У нас мало времени. Асревер Амн. Внимаю словам Илуны. Богиня, наставь меня. Богиня зовет. Кто посягнул я на природу? Часть этой земли. Во имя Луны. Без промедления. Слушаю. Готово. А может мы и выживем, кто наши его знает. Внимаю словам Луны. Надеюсь, что это будет что так. Что этим землям? Асрава Аму. Ханудоа. Во имя Кинариус. Что-то не так. Ох, блин, Архимондище вышел. Сон притупил мои. Они зажали меня. Как он посмел? Во имя Кинариуса, наставь меня в пути. Внимаю словам Луны. Осквернена. Богиня зовет. Такова воля богини. Что грозит этим землям? Анудора! Внимаю наши словам воины Луны. Вступили в бой. Во имя Луны. Что-то не так. На крыльях. Не буди его мне, зверя. Пора просыпаться. Богиня, наставь меня в пути. У нас мало времени. Уже в пути. Священная когда роща осквернена. Богиня зовет. Без промедления. Да будет так. Я счастье прилетел на крыльях. Наши
Что грозит этим землям? Священная роща осквернена. Пора просыпаться. Поторопись. Асревер Ам. Ханудор. Эндулер. Богиня, священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Кто посягнул на природу? Без промедления. Ай, блин, медвежонок. На крыльях ветра. Богиня зовет. Священная роща осквернена. Я часть этой земли. Не буди его мне, зверя. Лайна Моркенна. Я поклялась отомстить. Так, они уже и сюда нападают. Внимаю словам Илуны. Асрева Амна. У нас мало времени. Так, еще 4 минуты, но надеюсь, Асрева продержимся. Внимаю словам Илуны. Еще воздушная волна. Слушаю. Укажи путь России. Асрева Амна, роща осквернена. Кто посягнул на природу? Так, надеюсь, эти труповодские подорвутся на этих минах. Да будет так. Если пойдут сюда. Так, надо сохраниться. Священная роща осквернена. Блин. На золоте труповодские. Даже не совсем на зло, по-моему, даже на пользу. Кто посягнул на природу? Священная роща осквернена. Что грозит этим землям? Внимаю словам Илуны. Когда начинать? Уже в пути. Так, может, не придется удавать, кто не знает. Я этой земли. Священная роща осквернена. А в чем шумят деревья? Я поклялась отомстить. Кто посягнул на природу? Что произошло? Внимаю словам Илуны. Роща осквернена. За Калимдор. Я прилетел на крыльях ветра. Ах, как я люблю природу. О, господи. 2 минуты. Внимаю воли богиня. Роща осквернена. Продержаться всего 2 грёбаные минуты. Что грозит этим землям? Сон притупил мои чувства. У нас мало времени. Наши воины вступили в бой. Я готов. Слушаю. Когда начинать? Внимаю словам Илуны. Кажись, мы выиграли. Неужели этот сладкий момент настал? Да, я выиграл эту главу. Так, стоп. Еще последние 45 секунд нападет этот чертов Архимонд и вообще будет... Надеюсь, он не доберется. Я не дам этому гребаному сосунку убить меня. Буду строить везде. Где только возможно. Наши воины вступили в бой. Внимаю словам Илуны. Богиня ну зовет. Же, ночные эльфы! Куда подевался тот яростный, да. С которым вы сражались? По мелочи устали с тобой сражаться. Пожизненно сражаемся с тобой. А вообще мы забыли про тебя. 10 000 лет же ты там где-то сидел, срал. Внимаю словам Илуны. Так. Почти еще чуть-чуть сладкий момент вот тут настанет. 20. 18, 17, 16, 15, 14, 13. Все, кажется, мы выиграли. Неужели? Гребаная глава пройдена! Я уже задолбался ее проходить. Так, давайте полюбимся чуть понад Архимондом.
Давай, убей же меня! Убей, убей, очкошник! Чё, не получается, да? Слабак! Ну, сейчас он все это грохнет. Одним своим коронным ударом. Даже с махом руки им тут ударом. Да. Похоже, победа опьянила Архимонда. Когда он наконец заметит подвох, будет уже поздно. Наконец-то. Путь свободен. Смотрите, как умирает ваш мир. Последний час пробил. Вот когда. В общем, да, с вами был я, первый. Надеюсь, вам понравилось. Это было прохождение Warcraft 3 Reign of Chaos. Сейчас будет ролик. Чужеземцы держались до последнего. Ну, всего хорошего и пока. Да. Теперь победа за нами.